Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снимаю то самое долгожданное видео, о котором, мне кажется, просили, ну, практически под каждым моим роликом. Это house tour, или как сейчас многие почему-то его называют, room tour. По сути, room tour — это тур по комнате. Ну, в общем, сегодня я вам проведу тур по моему дому, а точнее по первому этажу. На самом деле, я не планировала снимать это видео, но было очень много запросов, поэтому я решила, почему бы и нет. Так что, если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Если вы хотите увидеть не только первый этаж моего дома, а еще второй, где находится в основном спальня и такая более чилл-зона, ну, как я называю, потому что здесь как бы это первый этаж, здесь приходят все гости, здесь у нас гостиная, вы это все увидите. Так вот, если хотите, в общем, тур еще по второму этажу, то обязательно ставьте лайк под этим видео. И если мы наберем вот такое вот количество лайков, которое здесь на экране, то я непременно сниму вторую часть. Как только вы заходите в дверь, вы оказываетесь в нашей прихожей, где у нас стоит вот такой вот большой шкаф. А вообще, если сказать в целом про наш дом, про наш ремонт, он такой в сканди стиле, и он максимально такой современный. Мне на самом деле нравится этот стиль, хотя сейчас уже со временем, мне кажется, что такой стиль как будто быстро надоедает, но тем не менее, все выглядит очень хорошо, современно, и мне нравится наш ремонт, и, наверное, если бы я в следующий раз, например, делала свой дом, я бы добавила чего-то такого с обоями, может быть, с цветочками. Наверное, да, чего-то более классического, хотя, не знаю, всем очень нравится вот такой ремонт, и кто не заходит, все просто в восторге. Итак, здесь у нас, как вы видите, стены под покраску, и на самом деле во всем доме, да, в принципе, у нас такие стены. Давайте начнем со шкафа. Шкаф у нас, как вы видите, в полный рост. Это, на самом деле, очень удобно, потому что туда помещается вся наша одежда и очень много даже ненужного. Я даже не знаю, что у нас на последних полках, если честно, лежит. Вот здесь мы храним наши куртки, соответственно. Здесь две части, они вот так открываются. Здесь у нас были вешалки, а тут у нас все по полочкам. Я не буду особо показывать, потому что более детально, наверное, мама на своем канале это все покажет. Кстати, да, видео с туром по нашему дому тоже будет на канале моей мамы, поэтому обязательно заглядывайте, ссылочка будет в описании. Давайте пойдем дальше. Кстати, в бойлерную мы тоже не будем заглядывать, потому что это просто место, где мы сушим вещи, где мы их стираем. Еще одна очень важная деталь: во всем доме у нас скрытые двери, и на самом деле они не загромождают пространство, и визуально, если закрыть все двери, будет выглядеть так, как будто, например, здесь один сплошной коридор, и это очень классное интерьерное решение, поэтому мне вот эта фишка прям очень зашла, и как вы видите, они прям идут в тон со стеной. Так, здесь у нас вот такой вот красивый кафель, на самом деле мне он очень нравится. Очень такой ненавязчивый, но в то же время классический красивый орнамент. Когда мы движемся дальше, мы встречаем нашу собаку. Он тоже неотъемлемая часть нашего дома, конечно же. Здесь у нас вот такой вот обычный, классный, мягкий пуфик, на котором можно и сидеть, и одеваться, и раздеваться, и там хранится наша обувь. Тоже какие-то мелочи. Ну, в общем, мне кажется, эта вещь нужна в каждом коридоре. Здесь, помимо этого, вы можете увидеть прекрасную картину, которая вышла моя мама. Это здесь разные такие птички изображены. На самом деле, мне кажется, она отлично прям вписалась, как будто здесь. Так, мы вошли в эту дверь и оказались в кабинете. Это на самом деле такой мамин уголок, ее пространство. И появился он у нас, можно сказать, относительно недавно, потому что только недавно здесь мы все закончили окончательно обустраивать. Так вот, давайте я вам покажу, что тут есть. Здесь, во-первых, есть очень классный огромный белый стол. Он практически такого же формата, как у меня, только здесь такие вот выдвижные ящики, они здесь немного другие, отличаются, чем в моей комнате. Вот такие вот ящики, очень классно все выглядит. Также, кстати, здесь есть, представляете, беспроводная зарядка для телефона. Просто кладете, и телефон заряжается. И еще очень крутая фишка, которая мне нравится, это выдвижные розетки. Мне кажется, это очень забавно и как бы интересно. Я не знаю, насколько моя мама этим будет часто пользоваться, но выглядит интересно. Смотрите, ребят, сейчас будет фокус. Таким одним касанием я включаю подсветку в этом шкафчике. Наверное, более подробно все расскажет мама, как у нее тут все расположено, но тем не менее, здесь есть и книжки, и какие-то такие милые статуэтки, например, вот такие вот собачки. Когда я была маленькая, я собирала коллекцию вот этих собак, и мне их покупали на разные праздники, и просто, в общем, они мне очень нравились, и до сих пор они стоят, на самом деле, какие-то коллекционные собаки, они очень красивые. Здесь также есть шкафчики, и как вы можете заметить, как, возможно, вы узнали, то же самое, как у меня в комнате, ну, они выглядят практически так же, точно такие же ручки, и, в принципе, смысл тот же самый. Кстати, здесь еще включается подсветка где-то вторая, вот, вот так вот. И тоже здесь все подсвечивается, мы, конечно, здесь, наверное, ты как-то еще переорганизуешь, но пока что стоит как-то так. И здесь тоже есть еще один шкаф, примерно такого же формата. Сверху там тоже система хранения, я не знаю, конечно, мама заполнила до конца ее или нет. Но время есть, и мне кажется, очень классно, когда есть какое-то место. Еще тут у нас стоит милый вот такой вот помощник. Я его назвала Жорик. Он иногда помогает нам пылесосить и мыть пол. Если мы посмотрим чуть выше, здесь также есть
мамины вышивки. Здесь есть вышивка с котами, еще вот с такими вот котятами, но это тоже котята. В общем, здесь все в кошках. И одна из первых маминых работ это вот эта, где изображен щеночек вместе с котенком. И здесь дверь тоже скрытая, я думаю, что вы это заметили, потому что я с той стороны вам показывала. Здесь с этой стороны выглядит все точно так же, то есть она сливается максимально с цветом стены. Итак, когда мы выходим из кабинета, идем дальше по коридору, и следующая дверь, в которую я хочу зайти и которую я хочу вам показать, это будет ванная комната. Ванная комната номер один, потому что номер два это на втором этаже. Ребят, хотите помыться? На самом деле, две наши ванны, они диаметрально противоположные. Эта ванная, она просто такая более серьезная, а моя, я бы сказала, более уютная и лаконичная. Но эта ванна мне тоже очень нравится, на самом деле. Здесь есть такая душевая зона вместе с стеклянной вот такой вот перегородкой. Также здесь сочетается очень классно вот такой вот серый керамогранит и под дерево. Это, кстати, не дерево. Ну, понятно, я думаю, что оно бы рассохлось. Вот, и если мы выходим, здесь у нас стоит раковина. И вот это, если вы могли подумать, что это зеркала, это не только зеркала. Это также зоны очень классные для хранения. На самом деле там не мои вещи хранятся, поэтому я вам не буду показывать. На все коммуникации, мне кажется, это очень крутой лайфхак. И убирать всякие такие визуальные шумы по типу труб, и в то же время, как бы, почему бы это не использовать как-то по-другому. И здесь, кстати, еще есть полотенцесушитель. Я не знаю, использовали мы его хотя бы один раз или нет. Но я им ни разу не пользовалась. Поворачиваем налево и попадаем на лестницу, но сейчас мы туда с вами не пойдем, я просто вам покажу. Мне очень нравится здесь такая фишка, как подсветка. Ребят, посмотрите на этот высокий потолок здесь. Это потолок с двух этажей, и я бы хотела, чтобы такой потолок был у меня в зале когда-нибудь. А пространство под лестницей мы еще особо как-то не обыграли, поэтому мы быстренько пройдем эту зону и промчимся дальше. Здесь, кстати, еще одна картина, очень важно заметить, тоже с котом. Так, снизу мисочки моего любимого питомца. Здесь у него вода и еда. Посмотрите, как он нам классно помогает. В общем, сейчас мы пришли в святую святых, это кухня. Я думаю, что все мы любим кухню, все мы любим поесть, и я тоже очень люблю поесть. Вся кухня у нас максимально белая, светлая, и кухня мне прям очень нравится. Вот не знаю, куда ни посмотри, мне вот прям все нравится. Здесь у нас вот такая вот белая плиточка, которая очень круто сочетается с основным кухонным гарнитуром. Здесь, как вы видите, дырка, здесь будет холодильник встроенный, поэтому здесь пока что ничего нет. Ну, тут все по стандарту, я думаю, побольше ящичков пооткрывает, в принципе, моя мама, да? Потому что, ну, что вам показать, там, тарелки, кружки, я думаю, что, ну, это везде есть, в любой кухне, я вас ничем не удивлю. Хочу просто рассказать про какие-то интересные фишки. Здесь у нас также посудомоечная машина, которая скрывается вот так, если мы ее закроем. Также снизу есть разные ящички, в которых мы храним, там, ложки, вилки, какие-то штучки наши, духовка есть. Кстати, она очень необычная. Какой-то пиролизной чисткой, по-моему, это называется. Я ни разу не пробовала, моя мама, по-моему, пробовала. Мне интересно, как это работает, как будто сюда просто засыпаешь порошок, и она прочищается, да? Я тебе покажу потом. Давайте уже дойдем до конца, здесь просто так же дальше идут ящички. Вы можете увидеть, как их много. На самом деле, кажется, что много, но все это заполнено, сколько я знаю. И как бы на кухне ящиков никогда не бывает много. Хотя у меня не было своей кухни, я как бы здесь ничего не расставляла, но я это понимаю уже прекрасно. А сверху у нас еще есть шкафы, и как вы видите, они идут до самого потолка, и на самом деле это было отличное решение, как я уже сказала, потому что всему находится место, и место все равно заполняется. Также вытяжка у нас скрыта вот в этот шкаф, вот так вот она скрыта здесь, и вытяжка здесь есть, можно понажимать. Так, что здесь еще есть интересненького, чтобы вам показать? Мне очень нравится вот эта вот зона, и на самом деле здесь еще есть подсветка, сейчас вам покажу. Вот так вот она включается. Знаете, такие просто шкафы с стеклянной вставкой, чтобы было видно. Обычно сюда ставят какие-то красивые тарелочки, которые, в принципе, редко используются, они стоят как для красоты. И, кстати, я забыла вам показать, здесь еще есть вторая подсветка, она включается с этой стороны. Ну, это как бы не вторая подсветка, она является просто продолжением той. Так это можно все замечательно включить. Деталь, которая мне прям очень нравится в нашей кухне-гостиной. Кстати, да, это кухня-гостиная, вам сейчас покажу до конца. Так вот, это вот такие вот подвесы замечательные. Здесь три штуки. Два таких вытянутых и один такой полукруглый. Также у нас здесь вот такие вот стульчики. Самые обычные, мне нравится этот цвет, он довольно приятный, не бросается в глаза. Мы продвигаемся дальше и попадаем в наш зал. Как я уже сказала, он совмещен вместе с гостиной. До этого кухня и зал у нас были отдельно, и сейчас у нас как раз-таки попался этот вариант, когда зал и гостиная вместе. На самом деле, кто-то видит здесь плюсы, кто-то минусы, но плюсы, наверное, в том, что когда собираемся все вместе, или приходят гости, или просто мы проводим вечера, то это получается очень классно, потому что ты одновременно находишься и на кухне, и видишь то, что происходит в зале,
Возможно, для кого-то и также это является минусом, потому что хочется побольше уединения, и, например, кто-то ест, кто-то готовит, а эти все запахи в гостиной, в общем, ну, не знаю, кому как нравится, но меня это не особо смущает, мне, наоборот, это нравится. Дальше у нас есть вот такая вот подвесная тумба, на которой просто находятся всякие вещи, которые в зале, то есть у нас есть тут колонки, несколько колонок даже, кстати, 3 колонки. Еще вот такая прикольная штучка. Это как такой термометр тире... Ну, термометр, да, здесь также есть влажность. Можете посмотреть, сколько у нас градусов. Я не знаю, это жарко, нет. Это отличная температура, как мне подсказывает мой оператор. Влажность 36%, я не знаю. Ну, это тоже, по-моему, отлично. Телевизор 11 в нашем доме, кстати. Ну, потому что зачем больше? И тот включает только один член нашей семьи, больше никто. Здесь также стоит вот такое вот кресло, кстати. Оно идет точно в таком же оттенке, как и диван. Диван у нас тоже очень милый. Мне он нравится. Он такой, знаете... голубой, и я никогда не думала, что у нас будет голубой диван, но как-то так получилось, и он отлично вписался. Здесь еще есть вот такие вот подушечки, которые, как мне кажется, отлично его дополняют. Этот диван, кстати, еще раскладывается, но мы этим ни разу, по-моему, не пользовались. И сверху на диваном также есть еще одна картина. Можете посчитать, кстати, сколько всего картин у нас висит на первом этаже, мне даже будет интересно. До этого, кстати, я не задумывалась, что их так много, мне казалось, как будто 2 картины висит, но сейчас по ходу видео я говорю, вот эта картина, и их получилось как будто очень много. Так, здесь у нас также есть какой-то небольшой столик, но на самом деле он стоит там временно. Это просто для хранения каких-то вещей. Также хотела уделить внимание нашим шторам. На самом деле, это та деталь, на которую буквально 5 лет назад бы не обращала внимания, но сейчас я на такое смотрю, мне интересно. Это шторы у нас такие самые обычные, они в горошек, как мне кажется, они отлично сюда вписались, органично, потому что они не создают какого-то визуального шума. Я не люблю, вы знаете, такие драпированные какие-то шторы. Такие просто простые, но в то же время хорошо смотрятся. И также забыла упомянуть одну, но очень важную деталь. Это наша трекинг-система. Это очень необычная такая модная штучка, потому что до этого у нас такого не было в ремонте. В чем заключается эта трекинг-система? Давайте сейчас ее включу. Просто есть такая вот штанга, которая идет таким вот квадратиком, по периметру которой развешаны вот такие светильники. И на самом деле эти светильники можно очень легко двигать, то есть я сейчас могу залезть и подвигать их, поменять местами, как я хочу. Я могу добавить неограниченное количество светильников, то есть хоть штук 40 я тут повешу, как мне удобно. И это на самом деле прикольно. Это называется все трекинг-система, а это сама обводка квадрата называется шинопроводом. Какая же точно трекинг-система находится в моей комнате, я обязательно ее вам покажу во второй части. Кстати, я видела, что некоторые делают трекинг-систему не просто квадратом, а делают, например, полоску. Я не знаю, почему мы сделали квадратом, наверное, потому что можно удобнее осветить больше зон, так как у нас все-таки тут не только гостиная, а также попадает часть света на кухню. Ну что, ребята, вот на этом мое видео подходит к концу. Сейчас я вам полностью провела тур по нашему первому этажу. Надеюсь, что вам понравилось. И, кстати, до этого, по-моему, в своих видео, даже в влогах, я не показывала первый этаж целиком. Так что я приоткрыла для вас, так скажем, занавес тайны. Если вам интересно посмотреть, как выглядит наш дом на втором этаже, то обязательно поставьте лайк этому видео и не забывайте написать комментарий. Мне будет очень приятно. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео. И всем пока!